Я знаю, что ты когда-нибудь хотел скачать классную игру, но цена тебе чуть-чуть мешала. Ну да, я знаю, как ее... И можно и купить эту игру. Ну, это самый лучший, мне кажется, вариант. А можно где-то скачать с сайтов. Я, например, чаще всего их покупаю. Ну, я создал свой сайт, чтобы ты мог скачать без вирусов разные программы. Например, Scrap Mechanic, Привет, сосед, Бандикам и все такое. Сейчас я вам покажу, как это можно скачать. И вот, я уже на сайте. Называется сайт Gogi Free. Если что, ссылка на него в описании. Вот, тут есть Привет, сосед, Самп, GTA Самп, Scrap Mechanic, эмулятор BlueStacks, какой-то там 4. Если что, то Scrap Mechanic версия 0, ну какая-то там, я забыл уже. Плюсик, это значит, вас, ну, нажмете на плюс, вас перенесет на сайт, где можно скачать без вирусов. Да, я там скачивал, так что там нету вирусов. Вниз листаем, и тут вот. Я вам советую качать через сторону, потому что, ну, там, походу, вообще нету вирусов. А вот без сторон там мне кто-то писал, что там есть вирус. Звездочка — это значит видеоурок, где можно посмотреть, как это скачать. И это видеоурок, это с моего ютуба, так что, ну, там сделали ограничение по возрасту. Тут есть еще внизу в самом отдел программы. В программах есть только одна программа, это Бандикам. Ну, чтобы снимать экран компа. Там тоже без вирусов. Ну, все, подписываемся на канал. Всем пока. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.